Сегодня у нас в нашем культурно-досуговом клубе «Мечта» проходит отчетный концерт творческих коллективов «Россия в сердце моем». В нашем отчетном концерте сегодня принимают участие более 25 коллективов разных направлений и жанров. Мы постарались сделать так, чтобы максимально смогли принять участие все наши дети, но так как наш концертный зал все-таки не такого большого размера, поэтому пришлось ограничить участие всех участников, и поэтому приняло участие, наверное, где-то только половина наших детей, всех, которые занимаются в нашем учреждении. А у нас занимается более 40 студий разных направлений. В нашем концерте сегодня приняли участие, это самые наши маленькие детишки, это от 3 лет, и принимали участие наше старшее поколение, а это нахабинские лошкари, хор народной песни «Любушка», а там есть участницы, кому уже за 80. Поэтому мы всегда всем говорим то, что клуб «Мечта» от 3 до 100 лет всегда всем рад. Сегодня в нашем концерте в большинстве случаев звучали патриотические и народные номера. Это все-таки русская наш дух. И ведущие сегодня подчеркивали как раз то, что в России ценно. Это наша с вами, наша Нахабино, где мы живем. И поэтому мы прославляли Россию, звучали военные номера патриотические. И это все близко нам, конечно, по духу. Грамоты были награждены и от администрации городского округа Красногорск, и благодарственными письмами и грамотами от Управления культуры, туризма и молодежной политики. А также были награды от наших депутатов, Совета депутатов городского округа Красногорск. Ну и почетные были награды от Московской областной думы. Наград было сегодня достаточно, щедро награждали.